Очень активно стартовал год молодежи в Алекминском районе. Идей, как его провести, много. Среди них семинары, выезды в Наслега, обучающие курсы. А кроме того, практика, как сделать свой досуг интересным и ярким. Спортивные турниры всегда в приоритете, но оказывается, можно отдохнуть и по-другому. Как узнали наши корреспонденты. Соревнования для самых активных, на этот раз интеллектуальные, предложили отдел молодежи района. Мы провели интеллектуально-развлекательную игру с советами молодых специалистов различных организаций нашего района. Как выяснилось уже в ходе игры, разминка мозгов не менее сложна, чем разминка мышц. Команда их представили город, район, техникум и всегда легкий на подъем энергетики. Иной раз озадаченно почесывали спектр вопросов, организаторы постарались расширить максимально музыка, книги, искусство. Неподдельный интерес вызывал и главный приз спонсора игры. Молодой предприниматель Мария Власова выставила сертификат на посещение своего суши-бара. Так что в целом дебаты и обсуждения могли плавно перенестись уже по завершении игры в другой обстановке. Очень интересно было. Даже мне самой, вы все молодцы. Вопросы были сложные. Очень. Поэтому победа, наверное, действительно будет такая значимая. Поздравляю вас. Вручаем вам сертификат. Елена Фаст, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.